Привет любителям здорового образа жизни! Сегодня мы приготовим, казалось бы, классические котлеты, но с особенным рецептом. Во-первых, мы будем использовать куриное филе, куриные грудки и творог. Вот такое сочетание позволит нашим котлетам быть абсолютно нежными. Плюс ко всему, предварительно мы их слегка обжарим, а потом мы их запечем в духовке. Правильное блюдо с максимальным количеством животного белка. Приятного аппетита!